Ну что, здравствуйте, дамы и господа, леди и джентльмены. Отгремел бравурный марш физкультурников, столь знакомый всем любителям спорта. И по-прежнему мы смотрим с вами чемпионат Москвы по футболу среди команд любительских футбольных клубов дивизион А. Матвей Ивлев, инспектор сегодняшней встречи, Наталья Авдонченко. Стартовый свисток, поехали. Гости начинают эту встречу. Первое касание мяча, первая передача и первый заброс вперед. Хорошая передача, нужно забивать! Ой-ой-ой, голкипер выручает, ай-яй-яй, ну как же так? Недооценили все, в том числе и ваш покорный слуга, эту передачу. Как-то неспешно вроде продвигались ребята родины вперед. Чем занимались защитники? ФК «Уралец», удар по воротам, какая пушка, ой-ой-ой. Ну и зевнули подключение одного из центральных полузащитников, которых я окрестил опорными, Александр Заикин. Прям всем коллективом, да, все 10 футболистов оказались на чужой половине поля. Короткая комбинация, подключение опорного, которого никто не ждет. И удар плотный, хороший, метров с 22. Порцию комплиментов со своей скамейки получил. Услышал. Удар поворотом и заходит, заходит, ой-ой-ой. Ну, второй теперь опорный. Слэш-центральный полузащитник уральца забивает. Запоздал голкипер с броском. Что помешало ему, не знаю. То ли солнце, которое бьет в глаза, то ли игроки собственные, которые столпились. Но факт остается фактом. В самую шестерку, пусть и не самым сильным, но достаточно плотным ударом, Данила Поляков отправляет этот мяч. Ошибся Артем Аверьянов. Так, Никита, передачку и удар, гол. Ну, работа центрального нападающего. Смотрим мы на лайнсмена. Нет положения вне игры. Это 3-0. Это Артак Григорян. Ну, и уже спокойно из этой позиции Артак Григорян ставит точку в этой комбинации. Ничего не попишешь. В первом тайме «Уралец» значительно сильнее. Олег Лезян исполняет. Пошла подача с левой ноги. Хорошая подача. Это оригинальный удар, но, прямо скажем, никто за него не похвалит. Автогол, друзья мои. Настолько хороша была и круто закручена эта подача, уж пардон за тавтологию, что один из защитников родины срезает мяч в собственные ворота. Хотя срезает неправильное слово, прям четко акцентированно наносит удар по собственным воротам. Атака родины. Тащить к лицевой, обходит, хорошо, передачку бы. О-о-о! Без передачки. Ну это красота, браво, Сергей Павлов. Правой ноги плотненько так в самую девятину, даже скорее под перекладину ловит. На этой неготовности, на немножечко неверно выбранной позиции в створе ворот голкипера соперника забивает так называемый гол престижа. Семен Замышляев. Мне кажется, ему надо нанести удар по вороту. Было бы это неплохо. Вот, ну-ка, да! То, что я говорил, молодец. Тут не стал сомневаться и с левой укладывает. Очень хорошо, Семен. 1-5 счет становится. Семен Замышляев наконец-таки услышал мои призывы и чуть ли не первым своим ударом поворотом соперника забивает гол. Не увидел подключающегося Михаила Багаева. Мне нравилось развитие атаки именно в эту зону. Ну да ладно, как говорится, промежуточные итоги подвели, гостей похвалили. Что скажем о родине? Ну, ребята бились до конца, выложили все, что было здесь и сейчас на поле. Сумели забить очень красивый гол. Ну, на этом, пожалуй, все.